Здравствуйте, с вами канал «Вкусный огород Барнаул». Зрители канала знают, что цветовод в сущности я никакой. Цветов выращиваю на участке немного, разве что вот бархатцы разных сортов, которые никогда не подводят, растут хорошо и очень красивые, высокие и низкие. Но сейчас хотел поговорить о таких замечательных цветах, которые выращиваем каждый год, как цинния. Цинния – это просто исключительные, на мой взгляд, цветы, очень красивые, но самое главное – не очень неприхотливые и в любую погоду радуют нас своей красотой. Вот такие замечательные цветочки. Не только мне они нравятся, вот даже шмель прилетел. И полюбоваться этим цветом, и что-то здесь может быть найти. Подкормиться немножечко, тоже ценим, спасибо за это. Вот какой симпатичный шмелек, как он тщательно тут что-то ищет. Но не буду ему мешать. Так вот, много лет назад завел эти цветы, и вот сейчас они из своих семян каждый год дают вот такую вот красоту. Здесь разные сорта, сейчас уже названий не скажу, здесь смесь сортов. Только покажу, какие они вырастают. Вот такие вот цветочки бывают. Вот очень красивый цветок. А вот это вообще непонятный шарообразный цветок. Ну просто исключительной красоты. И очень крупный. Даже не подумаешь, что это цинния. Даже маленькие цинии и то очень красивые. Вот они. И это при всем при том, что цинния очень неприхотлива. Вот эти растения, они выращены из двухлетних семян. То есть семена позапрошлогодние, но тем не менее цинии цветут очень хорошо. Вот этот кустик был пересажен на свободное место. Вот сюда, рядом с редьками. И очень красиво смотрится. Кроме этого, вот здесь, вдоль дорожки, еще посажен целый рядок различных циний. Здесь они, по-моему, еще крупнее и еще красивее. Но поскольку здесь чаще их поливаю, и они растут лучше. Вот посмотрите, какие очень крупные, очень красивые цветы. Ну, в диаметре, не знаю, наверное, сантиметров 12, а может даже и больше некоторые достигают. Если присмотреться, то видно, как это все красиво создала природа. Вот такой вот цветочек. Вот цинния другого вида. Тоже очень красивая. А вот это взрослый цветок. Смотрится вообще очень оригинально. Даже не поймешь, что это такое, если не знать, что это цинния. Вот так красиво она цветет. Ну, просто гигантские цветы в этом сезоне. Все очень красивые. Вот цветок замечательный. А вот этот цветок, тут правда шмель, но не буду его трогать. Пусть занимается своими делами. Он какой-то даже как многоярусный вырос, вот видно. Очень красиво смотрится, крупный. Шмелям дает подкормку. Тоже большая польза. Дальше здесь цинии другого сорта. Они не такие крупные, но тоже очень красивые. Есть с оранжевым оттенком цветочки. Вот они. Есть малинового окраса. Вот здесь как раз такие цветы. Цветки пышные. Даже некоторым образом можно назвать их махровыми. Смотрится очень эффектно. Вот тоже хороший цветочек. Очень красивый. И сколько много на них шмелей. Вот еще один шмель. Где-то видно, шмели живут неподалеку, и это очень хорошо, очень полезное насекомое. Вот такие замечательные цветочки цинии. Решил им уделить некоторое время и полюбоваться ими вместе с вами.
Конечно, розы тоже замечательные цветы. Вот они растут. Бесспорно, роза это считается королевой цветов. Конечно, очень красивая. Ну, я думаю, и бархатцы, и цинии тоже очень хороши. Даже я не могу остаться к ним равнодушным. Очень красивая. Ну и в конце, конечно, пожелаю всем садоводам выращивать побольше цветов, потому что это доставляет нам радость. А это в наше время дорогого стоит. Всем всего самого доброго. До свидания.